многие задаются вопросом, где взять бесплатные игры для клиента Steam или для других платформ. На самом деле способов получить игру огромное множество. Это и различные группы, где раздают игры, и ВКонтакте, и в других социальных сетях, и различные сайты, сервисы, где нужно выполнять задания за игры. А также особые акции в самих клиентах, в Steam, в Origin. Я хочу показать вам лишь часть этих сервисов, наиболее лучших, где раздают не очень дешевые игры, порой, которые достигают в своей цене до $12. Многие из них были получены у меня. Такие как For Honor, к примеру. Достаточно дорогая игра. Для этих целей я использую всего лишь пару сайтов, на которые у меня оформлена подписка. Она была оформлена бесплатно и при регистрации для рассылки на почту важных событий, таких как, к примеру, раздача бесплатной игры. Данный сайт Humble Bumble как раз раздает бесплатные игры с приличной ценой. Перейдя на него и пройдя авторизацию, как это сделал я, мы можем получить бесплатную игру, как раз о которой нас и оповещали. Нажмем Get the Game и получим эту игру. Игру я получил, но закрыл браузер, поэтому захожу сюда, нажимаю на профиль пользователя, выбираю кейс. И здесь отображаются все взятые мною игры. Нажимаю Reveal Your Steam Key, и я получу ключ для Steam. Скопировав ключ, захожу в Steam, добавить игру, активировать Steam. И готово. На данном сайте никогда не обманывают, все, что обещают, то и дают. Устанавливать ее не буду пока что. И еще один вариант, где раздают множество игр и постоянно о них оповещают. Вот этот сайт. На него тоже у меня оформлена подписка. Вы можете сделать все то же самое. И каждый раз получать оповещение о бесплатных играх. Можно полазить по сайту. Здесь игры не только из Steam, а вообще все игры, которые можно получить бесплатно в интернете. Вот вы можете видеть ссылочку. Также ссылки я еще оставлю в описании, чтобы вам было проще туда попасть. Вот такой небольшой гайд о том, как можно получить бесплатные игры в Steam и в других клиентах. Конечно, это лишь часть вариантов, как это можно сделать, но я выбрал самые удобные и популярные. Уважаемые зрители, рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещение, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание.